Народ, всем привет! Привет! Ну, как вы уже догадались, мы на нашей эмиратской кухне. Ну, последний день в Найроби был просто полон всякого шопинга, всяких приключений. Мы и камни покупали, и видео вам снимали про ароматы. В общем, не успели снять видео, почем Кения для народа. Ну, зато снимем его сейчас. Сейчас расскажем, покажем, примерим, покажем все цены. И самое главное, мы докупили багаж. Сейчас я покажу эту маленькую косметичку. Смотрите, просто вот докупили за 3000 сумку. Ну, прилично, конечно, но зато мы вывезли все сувениры, которые мы купили. Вывезли все камни, мы же да. Камни купили, все камни вывезли. А сейчас внимание на Наташу. Начнем с Наташи и с еды, которая за ее спиной. Но сначала с Наташи. Наташа, рассказывай. Подождите, кажется, вы узнали, кто это. Это та самая сумочка, за которой Наташа вернулась. Как мы думали, это страус, но это оказалась коровка. Кожаная сумка стоит 9800, но Наташа просто... Ну, Наташа долго думала, скажем. Мы уехали, мы поехали в Амбасели, в Цаво, в Атаму, то есть ты думала 10-12 дней. Пахнет приятно. На белом цвете ничего не окрасилось. Вот я проносила сейчас. Ну, сколько это уже? Она полет перенесла, сегодня в магазин сходили, все нормально. Что дальше показывать? Маечку. О, подожди. Нет, сейчас уже в сумке. Это что же я купила там? Ну, это Maybelline. В Карифоре, да? В Карифоре, да. Там в Карифоре, это ты как он? 1900 у нас стоило. Да, 1900. У нас, я посмотрела, другие цвета какие-то, другая, наверное, линейка стоит 69. То есть, ну, если надо перевести просто, ну, здесь дороже. В Эмиратах вот, дороже, да. Вот на губах у меня. Ну, классно. Да. Не, классно, реально, классно. Очень приятно, очень... Так, давай сумочку снимаем, тогда показываем футболочку. В последний день в Найроби. Честно, у меня от шопинга уже голова кружилась. Может, вставлю фотку, как я сижу. Как кружилась? Сижу с шопингом. Вот маечка. Я Наташа говорит, увидела, всю жизнь все. Мечтала. Да не, ну не всю... Ну что ты, боже, ну я тебя обожаю, Ромашка. Знаешь, не всю жизнь, но полжизни так точно. Короче, я как увидела, о, все, мое. Я пошла на нее, сделана... Южная, белая такая, белая. Пивден Африканская Республика. Вот там, ЮАР, внизу. На карте мира называется это на Африке. Вот, видите, что... 1700 у нас стоит. 1800. Да, сделано, значит, с любовью, все остальное там. Класс, очень мягко, очень приятное, хлопок. Я сразу одела, все пошло. Дальше, штанишки. Ну как, это будет некрасиво. Дальше у нас будет. Купальник. Вайкики. 1690, насколько 1690. Я помню. Аккуратно, губы. 1690. Смотрите, возможно, мы уже видели этот купальник на Ватаму. Ну, классный. Классненький. Класс. Это такой жмаканный. Да. Моднее. Жмаканный вот купальничек такой. Да. Прикольный. Да, и вот шортики, я не знаю, как я там выгляжу, но очень удобно. Ну, прикольно. Цвет сумочки. А шортики 1490 стоили. Вот надо посмотреть. Я помню, это... Цены. Короче, это в детском отделе, в мальчиковском. Я всегда захожу и там покупаю. Ну, покажи, как шорты. Ты повернись, обгорела, загорела. Ну, нормально, уже остались. Я уже облажу. То есть уже все облазим. Да. То есть это шортики для мальчиков, для 15-16. Будешь продолжать купальники вести? Давай тогда сразу к еде. Давай. Сразу мы просто вам будем сериями делать, потому что тут все просто не поместится. Не поместилось бы ни на одной просто кровати, где мы раскладываем. Что здесь? Чипсы. Чипсы очень действительно классные. Знаете, вкусные, классные чипсы. Эти стоят меньше, чем 200. Сколько тут? Ну и маленькие, что там? 125 грамм. Представляете, сколько они нам понравились, что мы решили чипсы даже взять с собой. А тут 30 грамм. Вот такие я одни съела в самолете, в аэропорту точнее. Дальше взяли такие орешки, тоже они что-то стоят на доллар пару штук. Взяли, но не съели. Не то, что мы специально с собой везли, в аэропорт взяли, но не съели. Сколько грамм, не знаю. 20, вот, наверное, 30. Вот такой вкусный капучино стоит 60, тоже я свою выпила, а Наташа нет. Да. А дальше показывай, наверное, давай у... Печенька. Да. Печенька, вот сегодня такой же увидели в Эмиратах. Стоит примерно одинаково, что $2 где-то стоит. Надо попробовать. Как овсяная, да, похоже? Да. Ну, овсяная, но это джинджер нац, то есть женьшень. Опять имбирь, имбирь и орехи. Женьшень высок. Имбирь и орехи. Высок, да. Дальше судочек. Стоит всего 60 шиллингов, но мы сюда положили сувениры, бегемотиков показываю. Мы его купили вообще-то для... Чтобы они не разбились. Просто. Нет, мы не для этого. Мы купили, чтобы порезать туда фрукты, положить, поесть там в отеле. Когда мы в Атаму были. Так, давай с колбаской. С маленькой давай. Ну, колбаски набрать, конечно. Сколько здесь? Значит, 958. Не знаю, видно, не видно. 958.
Граммы не вижу, какая-то... Ну, да, как... Вот эта фирма Берета, так вкусные, вкусные. Мы ели маленькие такие колбаски, то есть классные. Ну, 150 грамм, наверное. Свиную колбасу грамм. Нужно вести, свиную 150 колбасу. Грамм, итальянская. Так, и дальше набор. Нарезки мы взяли. Это сколько? А, ну, значит, ну, это 530, это что? Ну, салями такая, салями сякая. Нет, это, по-моему, два вида я взяла. 530, 550, раз, это вот так вот оно стоит. Чикай. Вот так я взяла. Что-то это? Ну вот, 3-4 доллара Милана и салями унгехереза. Шо? Вот там, не ругайся. А вот там написано. Сейчас прочту. Унгехереза. А шо? Ну, унгехереза. Важно, что есть колбаска, да, с салями. Зачем уже сорта-то считать? Да. Вот, значит, взяли что-то, ну, вот, что-то еще. Ну, 530, да? 550. Нет, просто, что колбаска вкусная, мы хотели ее привезти. Ой, классно, да. Дальше давай покажем конфеты, которые нам, ой, да, нам, да, подарили. Да. Out of Africa фирма. Еще орешки такие покажем. Знаете, кино такое было, Out of Africa, там в роли Мэрил Стрип, да? Да, это вообще... Это на реальных событиях. Это реально есть ее улица, ее район этой женщины. Посмотрите кино обязательно. Имени ее, и, ну... И кино музей хорошее. Есть, в Найроби музей есть, но мы там не побывали. Не попали. То есть, да, ее очень уважают эту женщину. Вот, ну, вот фильм «Out of Africa», но вопрос, это в шоколаде, это макадами в белом, молочном и я темном шоколаде. Я в белом и в черном, вот. Обалденные. Это нам подарила... Да, Наташина подружка подарила, да, когда мы уезжали. Да, вообще так приятно было. Вообще. Так, и еще она подарила шоколадочку. Шоколадка из Нигерии, кстати. Из Нигерии. Она побывала в Нигерии. Самолично привезла. И нам подарила шоколадку. То есть мы шоколад. Вот это вот сувениры. Попробуем, расскажем. Самое главное, то, что Наташе понравилось. Наташа просто влюбилась в этот фрукт. Вот он лежит здесь. Это и да. Просто представляете, мы это все тащили. Вот это мы тащили в ручной кладе. 4 огромных папайи. Так, здесь две стоят 315. Так, давай посмотрим. 1900. Кстати, в Эмиратах тоже она есть, но она со Шри-Ланки. Наташа со Шри-Ланки не очень любила есть папайю. Вот такой фрукт. Я просто ее, мне кажется... Мы вам его показывали, по-моему, ну, в одном из отелей. Или Амбасели, или того. Она там красная была, да, это, ну, посмотрим. А этот вот, а этот стоит, а эти две стоят, переверни, ну, смотри, листик. Подожди. 251. 251, 1500 грамм вот эти две, а эти 2900 грамм. Ну, вот еще и попасть. Килограмм стоит 165 шиллингов. Сейчас, одну секунду, я приду с телефоном. Вот сегодня мы с вами... Вот, а я вам пока похвастаюсь бусиками, чтобы я не забыла их показать. У Анны 200 стоит доллар с чем-то. Ну, классная красота вообще. Ну, супер. Наташа в кадр. Так, Наташа в кадр. Кадр. Значит, килограмм стоит, вот, папайя, если видите, 8 дирхам. Это сколько? Недорого. Сейчас. Ну, если 10 дирхам, это 2,7 доллара. 8 разделим. 2 доллара. А здесь сколько? 300? 165 на 100, а никто не математик. 1 доллар, 1,3 доллара. Да, мы точно знаем, что она вкусная. Ладно, сейчас не будем затягивать. Сейчас будем выкладывать все им в сумочки и покажем вам столько сувениров, что вы еще удивитесь, как мы это все везли. Давай, конечно, вижу. Ни в одной сумке, ни в одной купаем, сумке. Еще купаем. В двух чемоданах и в ручной кладе. Какая красота. Какой красивый. Поставьте на наши лайки, коммент напишите. Спасибо. Народ, ну вот такая новость. Магниты, брелки, бусики будут попозже. Столько у нас всего. Вот Наташа в фартушке. Смотрите, какой Наташа себе купила фартушок за 800. Вот, кстати, в том же магазине, где мы купили сумку. Тут еще этот кармашек есть. Давай. Кармашек впереди. Это мы зашли, а там магазинчик такой, какие-то сумки, что-то такое для туризма, а потом для вот, ну, рабочую одежду счет. Ну, как бы, знаешь, это класс. Всякие костюмы. И там висят эти фартушки. Веселый фартушок. 800, да? 800. 800 классно. 800, да. Классный такой плотный хлопок. Так что а вот фартушки. Сейчас давай, я давай. Буду показывать и рассказывать. Показывать и рассказывает. Оля! Смотрите, помните этот момент, когда все ходили с кулечками? Кулечки по 39 шиллингов. То есть 4 кулечка шикарных на доллар. Вот. Но это не кулечки, сумки. Это Карифор извращается шикарные. В каждой стране. Он под каждую страну леопард, делает. Есть леопард, да. Есть лев. Мы несколько штучек взяли просто, ну такие классные вообще. А покажи, а у нас же в это, или мы показывали? Вот в Эмиратах, дальше покажу. Карифор для каждой, я же говорю, страны. В Кракове, кстати, посмотрите, в Кракове были покупки, по-моему. Тут Карифор с верблюдом. Есть или нет, да, там был Париж, я взяла. Видно, да?
Карифор с верблюдами. И, кстати, разные размеры делаются. Здесь торба в Эмиратах просто здоровая. Вот в Кении очень они такие нормальные, да. Так, а сейчас просто, Наташ, наведи. Это еще даже мы не добрались до магнитов и остальных вещей. Смотрите, какие классные штуки. Конечно же, начнем. Давайте с первых рядов. С первых рядов начнем. Да. Маленький чай. Такой по 70 был. На сувениры там, таким... коллегам, друзьям, вот такие вот, по 70, а чай масала был тоже 70, но, наверное, мы его попробуем, какой здесь масала. Помните, у нас было видео, как мы делали масалу чай. И маленький кофе вот такой тоже. Да. Это кофе? Это кофе. Это я взял... нам, да? Нет, это я Руди взяла, который участвовал в видео. Скажи, на здоровечко. Поляныся, вот. Так, это тогда немножечко убираю. И также уже начали с чая. Большой чай такой же, чай пыли, мы его любим. Но мы купили за 250 в Атаму, потом нашли, что есть в Карифоре, чуть-чуть дешевле. А почему дешевле. Пыль, ты говоришь? Там не написано даст или есть? Мне кажется, это такой чай такой, как пыльчика. Ну, меленький, пыльчика. Он просто меленький. Ну, это такой поменьше, он тоже 130-150 стоит где-то вот. Доллар с чем-то. Дальше рассказываю про Strepsils. Очень классно, очень вкусно. И когда у вас болит горло, особенно в путешествиях, вот эта тема, вот особенно лимон и мед, уже не первый раз мы покупаем. Покупали мы в Таиланде, где-то еще очень классные. 100 стоит. 100 мы купили, 202. Главное, чтобы не пригодились. Да, главное, чтобы не пригодились. Дальше рассказываю, это нам диклофенак был нужен. На всякий случай прикупили, у меня плечи болят часто. Плечи, спина, такое, травмы. 100 стоит. 100 шиллингов. Да, 100 шиллингов мы зашли в аптеку и купили его. Классно. Дальше, давайте масло. Наташа расскажет. Какао, масло какао. Это я попробовала у нашей подруги, и мне понравилось. Это тоже мы купили в Карифоре. 1200, я помню. 1200, да. Есть маленькие распаковки, это самая большая. С собой взяла. Да, я вот это взяла, немножко отложила. Возьму тоже баночку, буду откладывать и пользоваться. Для тела, губы намазала на утро, все нормально, все вообще шикарно. Пахнет классно, запах классный. Классный такой запах, такой интересный. Если что-то тяжелое, но мы в полотенце завернули в сумку и довезли. А сколько здесь грамм? Я думаю, полкило, нет. 500. Я же говорю, полкило, но есть разные упаковки. Это самая большая, есть поменьше. Дальше растворимый кофе. Стоит 400-500 где-то. Ну, мы пробовали, классно, нам классно. Иногда, знаете, просто вот взял кофе, быстро выпил, чтобы не ждать, пока он настоится. Но вот этот нормально. Я такой... пью, иногда пью растворимый кофе. Наташа не любит. Но вот этот классный. Иногда пью, классный. Но так почему я не люблю? Потому что он невкусный, он противный. А вот этот кенийский даже мы взяли на кафе. Они как делают для разных стран, ты знаешь? Ну, извините, Кения и кофе, это просто это супер. Дальше, так, Наташе что? Очень да. понравилось, там были с изюм с рисом в амбасселе. Не изюм где-то. С рисом, а салатик, изюм салатик. С морковкой. Боже, как вкусно. Просто морковка и изюм. Разные. Есть Black Jumbo, есть Султанас. Они что-то стоят 165, да, стоили? Какая-то вот 159 или что-то такое. Ну, да. То есть доллар с чем-то. Доллар с чем-то. Это вот все ты 3 доллара меньше даже стоило. Так, переходим к орешкам. Мы уже, по-моему, как-то показывали вам, рассказывали про орешки. Ну, еще раз. Очень вкусно. Макадами с медом, это... Ну, это фирма. Вкусно. А кто это делает? Тоже Аутофабрика. Я же рассказала, что еще такое будет. И это стоит 835-850. Ну, не дешево. Вот дешево маленький, на вкус. Я не помню, это сколько грамм? Он стоил. А вон, не, спереди я увидела влево. 150, а здесь 250. Ага, добрый. Не помню, сколько он стоил, тоже на подарок взяли. Но это вот ну, не, так вкусно не, оторваться не дешево, но классно. А так, дальше такой это наш я чай себе купила. Да, что-то там бьюти, там вот я увидела розы, там в ингредиентах розы. Wellness. И что-то еще там есть. Не просто так, стоил он сколько? 555, а бьюти фри в Момбасе он стоил 1700. Сейчас просто все это сваливаю и показываю. Наташа купила себе дорогой кофе, 1600 стоит, где-то 15 долларов. Он такой вкус. Я его пила, он прикольный, но честно, мне подожди, он такой же, как этот. Он ничего подобного, не дурить наш. Поскольку он столько стоит, 15 долларов, я просто не захотела его покупать, ни на подарки, ни себе, но 15 долларов. Наташа, я взяла. Обрати внимание. Очень популярная это вот фирма по кофе. Есть также кафешки и пицца, по-моему. Java House популярный бренд в Кении. Я хочу сказать, вот здесь 375 грамм, да? А здесь 250 грамм. А теперь смотрите, сколько. 13 штук. Но все равно 13 штук. По цене он дороже, вот этот, который. Но здесь он красный. Стоит 288. То есть доллар с чем-то.
Что? 288, 125, 250, $2, говорю, $2. Вот еще. Это $2 стоит? 288, матерь божья, чем так мало взяли? Ну, 13 и сумку еще прикупили. Ну, вот это нам вот... Ну, мы лохи опять, да что ж такое-то? Да, нас уже и так перевес еле вмещает. Это было 2 чемодана, а сумка, это все мы сдавали. А руки, ноги, а карманы для чего? С вами рюкзаки, большая бананка и лэптоп. Ну, а нормально мы шли, мы очень компактно. Нормально мы так вывезли, мы еще не все показали. Слушай, на фоне людей мы выглядели очень компактно. Я же всегда наблюдаю за людьми, там такие тащат веса. Ну, просто перевесы, потом надо платить, там, вынимать, вынимать. Ой, дай еще раз покажу. А кофе пахнет обалденно, народ, я не знаю. Сумка вкусно вот, пахнет. Вот теперь, вот я понимаю, нотки чего-то. Фруктовые, это они ягоды, реально они реально есть. По чаю не скажем, да, не пробовали. Еще пока не. Ну, а сейчас тогда мы переключаемся, сейчас достаем магнитики, бусики, трусики и все остальное. Трусики буду, да. Ну что, народ, а сейчас трусики-бусики. И Наташа заходит в кадр, смотрим на Наташу. Помним, обруч мы выбирали у Анны, сторговались 500 стоит. Стой, классный. Дайте покажу. Это просто бимба, реально. Это очень... Он как сделан, неплохо довольно-таки. Классно. Кстати, когда в аэропорту мы смотрели, да, в Duty Free, совершенно какие-то они были такие неяркие. То есть Наташа в этом одеянии вообще... Бусики, фартушки и бусики. У нас будут фартушки и бусики. Классно, ты бы фартух. Так, ну, поехали. Поехали. А сейчас, ну вот, зачем люди приезжают, да? Зачем люди приезжают в Кению? Зачем? Вот. А, это смех. Просто посмотрите, тут яркие краски. Просто все это посмотрите. И я вам так быстренько расскажу, разложу по ценам. Очень многое вы уже видели в наших видео. Где снимала, видео оставлю в описании. Вот так немножко странно, что тут мыло, зубная паста. Мы как выкладывали. Плита, да, мыло, зубная паста. Как вам и показали. Так, давай Так, ну давайте уже с этого бока маски, да, говорила, что я хочу маску брату, помнит она 400 или 600 стоила, вот честно не помню, это было видео, где мы в Зебре покупали, да. Это точно 200, на острове Судей. А сколько они хотели, $15-16 за этих заезжих? Ой, помните первое заезжих? Видео, кажется, когда мы только выехали, только показали вам вообще эту долину всю, там, где мы только вышли, первая остановка была в Кении, отъехали от Найроби. Даже наши друзья были в шоке, что их так хотят наколоть. Да. Дальше смотрим магнитики. Сразу говорю, магнитики. Зашли в этот магазин Зебра. 101 магнитик. А доллар 125-123. 101 магнитик. Ну там фиксированная цена. Да, в этом Зебре не торгуется. Удобно. Это Зебра, это находится в Атаму. В Атаму мы видео небольшое сделали. Дальше спускаемся... Слоники тоже ты сказала уже, да? Нет, спускаемся ниже. Брелки. Брелки очень удобно, классные. В Карифоре 160, фиксированная цена. Я выбрала самые лучшие, самые яркие. И они качественно сделаны. Это вообще просто класс. Если такой же похожий есть на моих ключах, но я покупала его на Занзибаре. И у меня еще он есть. Еще только вот с одной стороны мушля. А ну ты же перевернишь. Ой, извиняюсь. Угу. С двух сторон это мушля. А с одной стороны у меня оторвалась, но это уже сколько лет прошло. Дальше жирафчик 200. Классный брелок, но я посмотрела, что у него как-то в глазик воткнули этот. А мне наоборот это нравится. Мне это уже и не нравится как-то. О, боже, дальше тоже по 100 3 фигурки взяли, по 100 в Зебре. Ну, прикольные фигурки поставил, классно. Мне тоже нравится. А, дальше идем сюда. 50 шиллингов стоит. Мы когда обгорели, купили это вазелин с алоэ. Прикольно очень. Всего лишь 50 шиллингов. Пахнет вкусно. В Танзании делают, я посмотрю. Да, очень удобно, вкусно. Вот жирафик за 300. Помните, я не знаю, я снимала. Я хочу двухметрового. Когда я достала на острове Судей, мы купили на 700, я достала купюру в 1000. Мужик такой, давайте еще этого жирафа и 1000. То есть да. За 300, ну, за 300 $2, но мы долго поторговались бы. Это такая жирафа. Ну, я думаю, ему цена 50 шиллингов. Ну, важно. Да? Вот, сейчас сразу все сниму отсюда, и Наташа расскажет про бегемотика. Мы делали видео про бегемотиков и слоников. Да ну, это же вообще когда там Наташа обнаружила своего мужа, да, или муж обнаружил. Ой, Наташу. Боже, боже. Это... Мухаммед Али. Да, да, да. Два бегемотика стоили 700, мы долго вот торговались. Двое. Смотрите, один бегемотик мне так понравился, что он тут неоднородный цвет. Видите, какого цвета он?
Ну, говорят, что это не крашено, это натурально. Это соп, стоун, да, что это мыльный камень. Mm-hmm. И слоник мы уже проверили, стоял. Мыло в него можно, когда мы были в этом в отеле, то мыло мы сейчас сюда клали. Сюда это что там, масло нам приносили, подавали. Ну, совершенно это других, конечно. Барабанчик. Вот сюда мы вот кладем. 200 стоил у Анны. 200 вот. Барабанчик. А слоник сколько стоил? 500, я уже 500, сказала. 500. Это хотели 700, 500. Дальше Наташин вот этот вот камень 1200 стоил. Это... Хотел сказать орлиный глаз. Как он? Тигриный глаз, только зеленый. Тигриный глаз красный 1500 стоил. Красивый, слушай. Дальше видите. Ой, да-да-да. Боже, какой красивый. Ага. Обалдеть. Дальше пушистые косточки из баобаба. Но это не баобаб. Все местные все носят. Сказали, но я спросила у ребят, которые, ну, это просто, как и мы. Они купили, я говорю, это баобаба семечка. Не-не-не, но это что-то натуральное. Дальше но... 200 такой у Анны купили. И снова 200 купили. Вот это. Вот, какие да. красивые. И вот такие цвета. Нам подарили друзьям, когда мы уезжали из Кении. Кенийский флаг и флаг Украины. Классно. Очень приятно, классный подарок. Так, дальше идем вот сюда, я не помню, Наташа купила это... Паприка. Как это? Ну, специя. Специя, еще испанская паприка сладкая, написано ну, 205. Помню, а вон же, вон цена, 205. 205. А сколько грамм? 50 грамм. Так, да. Дальше чудесные духи, про которых уже была распаковка, 585, да? Да, за 5, ну, 5, даже 5 долларов нет. Так, дальше мыло, мыло классное. А мыло, я не помню сколько. 500, ну, мы там озвучили 500 или 300, я уже не помню, но в Карифоре оно тоже есть, и даже немного дешевле, и другая форма. Там, короче, вот эта где-то фирма 2-3 тоже, доллара да. мыло. И там и для стирки какой-то есть, я даже не понимаю. Аромат обалденный. Москитные, не помню. Это стики. Мы 70. Мы рассказывали 70. Про них видео, когда мы распаковывали. 70, я точно помню. 70. Дальше переводи все вот сюда. Вот магазинчик, где купили Наташе сумку. Это я купила вот маме. Такие вещи вообще такую классные. Вещь. Мама любит такие кошелечки носить туда. Там паспорт, денежки. Ну, то есть это ткань холщовая, круто. А вот ручечка кожаная. Да, ручка кожаная, нацепил и пошел. И вот по 800 мы купили. Точнее, Наташа себе купила 2. Ну, кому-то на подарок будет. И вот Наташа. Вот это вот Наташа будет. Себе решила ставить, потому что такого красного цвета, как слоны, которых мы видели в целом. Ну, по 800, 6,5 доллара вообще круто. Сейчас смех. Дальше мы купили спички. Весь блок стоил 50. А так, кстати, какой прикольный подарочек. Там еще что-то было. У меня есть несколько друзей, которые собирают разные спички. Прикольно. Ну, коробки. Из разных стран. Дальше это вот мы рассказывали цену, не помню, но долларов 7 она стоит. Да, что-то дорого. В распаковке это. Это я сказала, не помню, какая страна, паста. Италия это делает, я ее уже попробовала. Это гель, ну такая прикольная. Рогатка. Наташа купила это у Мохаммеда Али. Да. Он так хотел Наташу взять в жены, ну... Ага. Трендло, вообще, трендло. Вообще жене можно продавать, 500 стоит, 500. Нет, рогатка. Да. Наташа, зачем тебе рогатка? Трахтомата принеси, ничего, она вселяет жестко, уверенность. Жестко, она пригодится. Да, ладно. Надо это, еще и учиться. И вот такие штучки Наташа нашла в последний день на шопинге в Найроби. Расскажи, это шторы закутушкивает, да? Да, это для штор, это тримач для штор. То есть это как, вот подержи, пожалуйста, декор. Мне она как в голову вот это вот вставляет. Ну да, или как голову, закон. Пусть и хвостик то есть собираешь шторы туда, это, и вот их с той стороны этой, как иголкой, да, поддерживаешь. Угу. Что-то копейки я две стоило. Взяла. С 480, а ну с той стороны. Короче, вот у меня списали 109 гривен всего лишь. Да, и вот тут цена же есть. Вот. 480, но скидка. За 360. 360 скидка была. Да. Дерево. Вообще, ну классно, ну да, вообще шикардос. Ну вот такие яркие подарки. Вот, ну, скажем, по деньгам, мне кажется, мы так нормально. А, по деньгам? Ну, а теперь до денег. Не сильно нас и того. И того. Ну, надо торговать. Ну как, они сильно никто торгуют, это нормально. Не сильно любит, когда снижаешь цену. Сейчас, как Наташа... Давай любим это. Как почем? Наташа всегда делает, объявим вам цену в деньгах, в процентах. В процентах, в деньгах. Насколько процент. Мы стали да. богаче душой, но беднее кошельки. Итак, почем да? Кения для народа? Ту-дун! Лайк! Так, у нас было 7 позиций. Самая первая позиция, которая заняла 32%, это еда. И потратили мы на нее аж 56 778 шиллингов в долларах. Озвучиваю. Смотрите, да. Проезд на втором месте 22%, 39 692. Это без перелетов, по-моему. Ну, перелет мы не считали. Внутренний, я имею в виду, да. Не, посчитала, внутренний посчитала. Да. А внутренний понятно, перелет да. стоил посчитала. $92 на человека. Посчитала внутренний, то есть внутренние вот эти все таксишки, то есть переезды посчитала.
Так, третья позиция 20%, которые занимают, это сувениры, одежда, что там, аксессуары. Я думала, это будет первая позиция. Нет, 20%. И обошлось это все в 35 728 шиллингов. Угу. Четвертое, 19%, это входные билеты, экскурсии, ну, в парке, экскурсии. Да. Дофигическая. Очень большая разница. То есть у них есть три позиции. Местные люди, резиденты, то есть не местные, но имеющие резидентство, и туристы. И туристы, которых имеют просто... Имеют, это даже... Жесть. Да, вот именно это слово самое оптимальное и не обидное. Так, значит, они составили в деньгах, в процентах 19%, а в деньгах 34 668. Просто скажу, допустим, у резидента может стоить $5, а у туриста 50. Как вам? У нас? Так, чаевые, что-то вообще разгулялись, 5% от общей суммы 9300 шиллингов. Там просто гид с нами ездил, там принято давать гиду по $5 в день, ну гид, который с нами был. На сафари. Мосас, да, в Амбасселе, в ЦАО 5 дней был с нами, ну то есть $5 в день, ну, понимаете, на твоих 50 долларов. Ну, да, ну, прилично, равно, да, 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 но тем не менее $50, все остальное это вот так вот. Ну и $5 мы дали мальчику, который нас встречал в аэропорту, да, у нас бесплатная встреча была, но человек приехал, там нас встретили, он нас довез, я ему $5 дал, он был очень доволен, ну, извините, ну, что ж, вообще ничего не дать. Не дает. Так, хорошо, шестая позиция, 1.5%, это карточка Safaricom, мобильный, связь. Ну, мобильная связь. Связь интернета. Значит, долларов она 22, по-моему, стоила, а 2640 шиллингов, 15 гигабайт и 1000 минут в стране. Угу. И мы использовали, дай бог, чтобы 5 гигабайт мы использовали. Ну, просто очень повезло, мы у друзей брали Wi-Fi и в отеле был, ну, более-менее, вот там более-менее был, да. А в ЦАО в Амбасселе тоже был Wi-Fi, но он был на рецепции. Да. Ну, как бы, ну, то есть мы пользовались, но... Но, с другой стороны, ты не грузила ничего в интернет, правильно? Чтобы так нужно было трафик. Два видео на YouTube, но я у друзей загрузила. А, вот видишь, тоже. Ну, то есть 15 гигабайт мы не использовали. Да. Так, и 0.2% это вышли лекарства, ну, увидели лекарства, 300 шиллингов. Слава богу. То есть мы взяли это просто, чтобы обыбулу. Так, итого мы потратили 179 104 шиллинга и 1 копеечка. Ну, их 1 копеечка. Окей. Да, а в долларах сказать? Да. Да, а в долларах это обошлось $1468. Ну, Кения не дешевая страна, ну, скажем честно, я думала, нет, что будет... Нет, почему такая бедная страна, да, обходится такая так дешево? Да, почему такая бедная страна, такая дорогая для туриста особенно, вообще капец. Ну, вот мы же вам сказали, входы в парки, что-то нереальное. Ну, для резидентов норм, для местных копейки, для туристов просто... Ну, они же рассказывают, что они живут с туризма, поэтому вот они живут. Хорошо, они живут с туризма. Вот, скажем так, я же говорю, я $300 свои еще назад привезла, как бы. Ну, ну да, еще брать, что нам очень так подвезло, реально. Нам же жили, да, Найроби, да, у друзей мы жили. Еще и нас и кормили, и поили бесплатно. Да, так спасибо вам большое. Так что вот, показали вам, почем Кения для народа, показали классные сувениры, и, ну, рассказали, Даша все в процентах посчитала. Думаю, лайка заслуживает. Коммент пишите, что вы любите привозить, что вы бы из Кении привезли. Мы показали вам, что можно привезти, но вы смотрели, надеюсь, вы были с нами, посмотрели все серии из Кении, так скажите, что же вам понравилось, и что бы вы себе привезли. Пишите, и вашим родным. А были ли вы в Кении? Хотите ли вот после увиденного, вот то, что вы видели, нашими глазами побывать в Кении? Да? Вот, я хотела задать тебе вопрос. А мы снова хотим. Вот задать вопрос. А хотела бы, потому что есть страны, в которые спасибо, хватит. Вот на Занзибар, как бы, в Танзании, не знаю, но на Занзибар спасибо. Ну, да, раз были, честно. Ну. Вот, а вот хотела бы? Да, в Кении, я да. Тоже, я просто вот, несмотря на очень большие нюансы в сфере... В сервисе, все равно бы, да, 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 эта страна безумно красивая. Вот такое у нас было видео, ставьте лайки, пишите комменты, всем спасибо, увидимся, всем пока. Пока!